На сегодняшний день в Таежном даже при самом неблагоприятном погодном раскладе есть возможность задействовать до 4 единиц снегоуборочной техники и обеспечить тем самым своевременную расчистку дворов и улиц. Хочется отметить все-таки слаженную работу в целом подрядных организаций. У нас и дворовые территории в достаточно неплохом виде, и общественные участки. В целом считаю, что наше поселение достаточно эффективно справилось с обильными снегопадами. Сейчас в поселении первоочередным является не допустить зауживания из-за накапливающихся на обочинах снежных масс участков автомобильных дорог. Ведь это возможный источник аварийности. И надо отметить, что с данной задачей коммунальщики полностью справляются. По мере необходимости будем этим заниматься. На сегодняшний день все-таки основной упор идет на, расталкивание снежных масс, на расширение участков дорог. Это основной упор. Объективную оценку уборки снега в поселении дают и сами жители. Население довольны и качеством, и графиком работ. Ну, видно, люди работают, они, короче, там убирают снег. То есть со снегом борются все-таки? Со снегом борются. Да, каждый день. Вот вчера тоже чистили. Сегодня тоже, если выпадут, еще будут чистить, наверное. Ну, каждый день. У нас разгребали машины. Наши все вывезли, вывели свои машины. Трактор вычистил. Работы ведутся, чистятся. То есть ездить не опасно? Ну, нет. В данный момент нет. Таким образом, в Таежном техника и люди продолжают оставаться в постоянной готовности вступить в борьбу с непогодой и обеспечить жителям безопасные и комфортные условия для передвижения как на дорогах, так и на пешеходных зонах. Александр Никаноров, Игорь Скворцов, Иван Лободин, телеканал «Первый Советский».